Прием-прием, здорово всем, с вами HealthHeur, The Pro Galactic Survivor. Давайте, наверное, попробуем вот это пройти, потому что я пробовал вот это пройти. Вот это пробовал пройти, меня там дерут во все щели. Пробовал вот это пройти, меня вообще дерут просто невероятно. Ну, на самом деле, можно попробовать, но... Ну, давайте, ладно, попробуем сложную сложность. Инженера качаю, потому что инженер это не ошибка. Сейчас громче надо что-то сделать. Потому что я тут немножко за кадром... Колдесики делал, мама родная, как потише надо делать. Так, нам надо собрать нитру. Нитра, по-моему, это вот эта штука. Нет, это Моркет. И это не то, но тем не менее, это то, что нам может помочь. Здесь, на мой скромный взгляд, немножко колоссально не хватает урона. И самым первым делом, что нужно сделать, чтобы хотя бы чуть-чуть попытаться пожить, это грейдить турели. Чем быстрее, тем лучше. Этот меня сейчас изнасилует, надо убегать, пока турель... Видите, они просто не взрываются. Это жесть, одна турель ни хрена не справится. Они уже со всех сторон за мной лезут. Взимаем S. Да, зеленое будем брать. Давай, скорее. Отлично. Видите, маловато урона. Недостаточно, но это enough дамаг. Наверное, расширить чуть-чуть у слияния, с вашего позволения. На один, все на один, жаль. Хорошо. Но все еще мне особо не помогло. Эти твари бронебойные. Надо сейчас будет дробовик брать, если нам его дадут. Блин, я, честно говоря, наверное, уйду отсюда. Не очень перспективное место. Убегу. Хотя, да, убегу лучше, наверное. Хотя тут стоп опыта уже вылезло. Опыт взять не ошибка, ребята. Так, фигню дают. Возьму урон. Урон не проблема, не ошибка. Всегда полезным будет. И собираем опыт. Чем больше опыта, тем лучше. Сами понимаете, три турели уже неплохо. Уважаемая точка дефенса появилась. Мне бы что-нибудь помотать. Вот, я бы взял вот это, но я возьму вот это, потому что это дроболюк, который мне сейчас пожить позволит. Гораздо эффективнее. Надо здесь новую точку обороны делать. Главное, чтобы турели успели появиться. Тут есть балдеж. Не заметил, кто урон нанес, ну да ладно. Там, кстати, еще морг, если мы до него сможем добраться, будет охренительно. Надеюсь, у меня турели не спавнятся, потому что я не очень эффективно встал. Давай дробовик. Хорош дробовик, просто оружие чемпионов боссов в качалке. Мужчин с большими членяками. Не иначе. Иначе это объяснить. Но отлично, сейчас еще похилимся, не хилиться не будем. Нас вроде хпшки хватает немножко. Так, артефакт увеличивает ваш шанс урона на 2%. Передвижение. Хо, прикольно. Я возьму здоровье. Здоровье всегда не ошибка. Так, сейчас пока нет роя, надо срочно пойти за нитрой. По-моему, уже началась. Твою мать, рой начался. Говно собаки. Ну все, мы в шоке. О, а тут мансить некуда. Надо получать урон, убегать. Я беру скорострельность, беру оверкок. Честно, говна, бонусы возьму за мной, чтобы следовало. Это хотя бы чуть-чуть мне позволит помочь пожить. Давай, дядя, быстрее ломай. Хорош. Типа писечка в писечку. Так, мне надо моркет собрать. Ребята, я все понимаю, но мне надо собрать. Моя турель со мной поедет, а моркет я беру с собой тоже. Давай. Хорош, есть бонус. Так, отлично. Все, теперь держим оборону со всей силы. Главное, чтобы было куда мансить. Большего нам не надо. Опять же, не знаю, насколько эффективно, чтобы они за мной ездили, но вроде выглядит прикольно. Возьму скорость дробовика. Так, вот эта тварь теперь стреляет кучей проджектайлов, что весьма сложно для воротов. Хорош. Тут нормально эффективно покрутиться можно, кстати. Хорошо, дробовик просто долбит на все деньги. Или даже немножко больше, чем на все деньги. Так, тут немножко лута. Лут идет ко мне. Дядя, не бей. Что же они так душат-то сильно? А дробовиком хрен попадешь, он, блин, сразу через жопу стреляет. Хотя не надо. Вниз. Гигадамаг, сюда, снимай трусы, мистер босс. Отлично, первый есть. Первая стоит сделана, блин, опыт удачный. Надо теперь убежать, как-то попытаться. Увеличиваю урон. Станция не очень далеко, я думаю, мы убежим. Ран вас, ран. Не оставь шанса ты жукам. А уф, как говорится, дело сделано. Мы просто, вообще просто. Дрался, аки тигр. Что у нас есть? Мы ни хрена ничего не можем взять, все как всегда. Я, наверное, рерольну в надежде получить бонус на турель. Отлично, не хватает. Все как я люблю. Все как я люблю. Вкуснятина, короче, фиаско. Ладно, бывает и так, бывает. Что у нас тут цветочки собрать? Я шо, гном, который должен собирать цветы? Выходит, что так. Там хилка есть, этот ресурс нам тоже нужен. Трелли, самое время помогать.
максимальной скорости. Наверное, наскось прокопаю, будет проще и эффективнее. Сейчас еще вот эту пятяку разломаю. Еще мне надо турель до 18 улучшить. Это задание на эту миссию. В этой локации. Тогда мне дадут апгрейд какой-то. Но это не точно. Давайте верхнюю часть локации посмотрим. Может, что-нибудь интересное найдем. Но и в верхней части локации ни хрена нет интересного, к сожалению. От этого немножко грустно. Тогда назад пойдем. Блин, сейчас Рой меня изнасилует. Надо придумать, куда мансить, слушайте. Наверное, вниз пойду. Я зря вниз пошел. Тоже больно будет. Можно куда-нибудь, где будет не так больно. Золото бы взять, ребята. Но вы понимаете, что мне сейчас не до золота. Мне бы свою гномью задницу спасти. Куда более важная миссия. Можно пострелять, кстати, сейчас неплохо. Нехило так дамагина делать. Тут дистанционники очень мешают. Очень мешают. Парочку взрывынов мы рэпнули. Блин, вот если бы дробовик попадал куда надо, было бы охренительно. Но он не попадает ни хрена. Так, эти взорвать срочно. Взорвать, говорю. Так неудачно, я думал, они оба взорвались, твою мать. Так, а это остановочная или нет? Или мы еще сможем пожить? Мы сможем пожить, надеюсь. Так, берем еще. Следующий апгрейд будет уже оверкоком. А коки я люблю. Дядя, руби нитру со всей силы. Думал триггерну, но как-то не очень. Ну, так, там маяк. До маяка еще дойти надо. Так, придется мансить со всей силы. Уже долго он копает. В экстренных ситуациях. Что просто жесть. Две хилки, сюда хилки я беру. Владосу сейчас очень нужна хилка. Его, скорее всего, съедят. Он хилок поест. Да, того не стоило, нормально. Похилился и в урон получил. Все, как я люблю. Главное, жив. Большего нам не надо, да, мне справа. Надо лут пойти собрать. Я подожду, чтобы побольше бабахнуть. Давай возьмем. Теперь попробуем этот артефакт взять. Так, элитная хрень вот сюда заспавнилась. По-моему, я медленнее сильно бегать стал. А это охренеть как не очень хорошо. Я, наверное, возьму электрическое, потому что она может очень неплохо. Ну и теперь надо по кругу эту тварюгу вертеть. Надежда, что нам урона хватит. А нам, в принципе, хватает урона. Так, я абсолютно не вижу, где у меня капсула. Капсула сверху. Охренеть удобная игра, спасибо. Это то, чего я хотел. Пойдем дробовику возьмем урон. Не очень эффективно идет, очень не нравится, как все идет. Ну, куда деваться? Ну, как же эта скорость режется из-за этого? Жесть какая-то. Так, у нас скок есть, наверное. Добавляет заряд, турели взрываются. Берем заряд, пусть будет больше. Не самый лучший заряд. Возьму опять же на это, сейчас чуть пониже сяду, чтобы под стол заехать. Вот так, хорошо. Так, и что еще взять? Я, честно говоря, наверное, возьму заряд. Думаю, хороший бонус. Блин, теперь монитор бликует, как неудобно. Ну, куда деваться? Вариантов у меня не то чтобы много. Так, тут мы все бабахаем, потому что можем, потому что жесткие парни. Жесткий парень, гном. Будет на урон обязательно посмотреть. В финале миссии. Так, эти штуки я, наверное, триггерну, чтобы они мне ходить не мешали в будущем. Ведь если мне надо было убежать, я мог совершенно спокойно, профессионально скрыться. Так, вот хороший ресурс, сейчас мы его возьмем. Попробуем, по крайней мере. Там три гриба есть. Теперь бы их взять. Блин, нет бы турель мне улучшить. Мне всякую фигню дают. Так, Swarm Detected — это отстойно. Придется искать территорию для мансов. Вот хилку я бы взял. Я там взорвусь и бегу куда-нибудь, пока не поздно.
Иначе потом может быть поздно. Триггернул. Ладно. Этих бы тоже триггернуть, меня почему-то не успел. Да что же я так неэффективно все использую? Жуть какая-то, дамажит просто на все деньги. Или даже немного больше. А, если ему нормально ХП нанести, он тоже ломается. Прикольно. Этого я не знал. Так это еще не сворм был, вы шутите что ли, мать вашу? Абсолютно не кстати, вы тут со всех сторон твари на меня нападаете. Блин, ну это короче рэп. Чувак, это рэпчик, невозможно пройти, очень сложно, сами понимаете. Они по себе летят. Я бы даже сказал, ну чё, урон, короче, отстойный везде. Понимаю. Немножко скорости бега сделали. Ладно, давай еще разок попробуем. Сложная миссия, сложная, кто бы что ни говорил. Кажется, что легко, а на деле хрен пройдешь, Джонни. Да, еще нужно стоять на месте, убивая врагов, за это тоже бонусы дают. Насколько я понимаю. А, блин, у меня турели нет. Привык, что я уже стреляю. Я не стреляю ни хрена. Так, ну вообще скорость перезарядки была бы эффективным выбором, но я это не делаю, не беру. Да экспупы собирать пока не поздно. Где турели, мать вашу, алё? Да вы делись. Очень не кстати. Хотелось бы отметить, броню ему что ли надо брать? Он так урон получает уверенно. Тоже. Страшно смотреть. Парочку возьму. Одну всего взял. Да что ж так мало, Джонни? Вам надо больше опыта. Чтобы хоть что-то из себя представлять. Говно пухи, ну ладно, возьмем гранатомет. Ужасный бонус, прям ужасный. Да, этот бонус я больше не беру на скорость бега, он так мне поднасрал. Здесь нужно оставаться максимально мобильным, насколько это вообще возможно. А он берет и собирает у меня этот бонус. Так, скорость урона возьму. Анскрит урона. Да, возьму, наверное, вот это. Это я еще не брал. Новый уникальный балдежный бонус. Видите, как редко эта хрень с гранатами стреляет? Просто офигеть. Не такого, по-моему, никогда не было, чтобы турели не успевали появляться. Видимо, бонусы отстойные им попадались. Пока что прям очень все не очень. Чё и говорить. Excellent job. Excellent job, это хорошо. Так, а от количества нитро у меня тоже какие-то бонусы есть. Уже не помню какие, но знаю, что есть. Так, еще элитная тварь вылазит. Что нам опять же не кстати. Если мы их завалим с другой стороны, будет проще в тысячу раз. Сейчас обойти и триггернуть всех взрывунов. Ого, балдеж, но не могу. Да что ж такое, не везет. Так, вскалывает обычный говно, просто говнястейшие бонусы дали. Вы поняли, короче, неудачный забег. Очень много урона получил. Посмотрим, насколько эффективно они будут взрываться. Может хотя бы со следующими апгрейдами повезет побольше. У них просто урона не хватает от турели. Они не пирсят, не пробивают. Поэтому просто смешной урон. Магнит. Магнит приятно взять. Блин, легендарный урон это круто. Нельзя не взять. Знаете ли. Хрень даже стоит, урон на горит. Да господи, я думал мы ее взорвем, мать твою, как же отстойно все происходит в этой катке. Просто колоссально ужасно. Придется лечиться за деньги, иначе мы проиграем.
Пройти-то? Убейте бомжей, мне надо убежать. Да, не повезло, не повезло. Не самый удачный забег, но какой есть. А, я возьму это и это. Вылечусь, и деньги кончились. Пойдем дальше. Нормально, на 2 уже грейданули. Еще 2 уровня, у нас будет успех. Отлично, отличная посадка. Почаще бы так меня спавнили. И тут я не смогу копать, потому что меня будет бить, да? Очень удобно, очень удобно. Там зато хилка есть. А хилку взять было бы неплохо. Не, ну это слишком. Там нет чего. Так, что-нибудь снизу есть балдежное? Да, есть какой-то ресурс непонятный. Там еще моркет есть, надо его тоже взять. Здесь. Нет, это не он, но тем не менее я его возьму. Потому что эти апгрейды необходимы для улучшения нашего метапрогрессирования, так сказать. Блин, вот со свормом так рано, это так хреново, вы даже не представляете. Слишком внезапно вылезли, я даже полечиться не успел толком. Лол, урон не получил, представляете? Проходя через огонь. Там хилка была слева, я бы очень хотел ее взять. Врать не буду. Еще мне нужен один уровень, чтобы пушку грейдануть. В идеале бы. Уголя дать, но это же не так просто, как вам кажется. И моркета я ни хрена не соберу, что самое обидное. Да какой сварм, я еще с тем не разобрался. Ребятушки, вы что творите? Хрен ли так много свармов? Ладно, будем выживать. Не думать выживать. А вот тут будет эффективно, слушайте, кстати. Вот туда сейчас они подойдут поближе. Я сделаю гига-бум-бата-бум. Ой, что такой-то гига-взрыв произошел? Ну столько опыта, там левел-ап стоит. Блин, говно нанес очень много урона себе. Потому что полюблю его. Я не понимаю, у них какая-то дальность стала другая, по-моему. Раньше они намного дольше взрывались. Во, наконец-то плазма. Если выживаем, то нормально все будет. А если нет, то нет. Мне там хилок надо взять срочно, вообще просто срочнейшим образом. Успеть бы выжить. Еще буквально 3 уровня, будет балдеж. Хилки, хилки нужны, Владос, соберись. Надо хилочек собрать, мальчик мой. Да кто дамажит? Ах ты маленький анусный паук. Не повезло, мог бы урон нанести. Я предпочел обосраться. Не могу вылечиться, наверное. Я полечиться не смогу, понимаете, как обидно. Либо давать кругаля. Надеяться найти где-нибудь еще. Где вот я еще мог хилки пропустить? Может где-нибудь тут. Здесь я больше потеряю, мне кажется, урона, пока буду искать хилки. Их просто нет. Просто не повезло. Мы просто сейчас убьем нечаянно, да и все. Вот и вся история. Может быть, хотя бы денег соберу на апгрейд. Надо убегать как-то. На 3, ни хрена себе. Вот почаще бы на 3 было уровень. Я, наверное, даже не добегу до капсулы. Отлично, вот сейчас граната спасла меня почти, считай. Блин, до капсулы добраться. Блин, как ублюдски капсула прилетела, вы серьезно? Просто капсула говна. Водитель не очень уравновешенный. Так, мне лечиться надо. Anyway, и все. Надо 3 уровня как-то глядануть. Даже 2 уже осталось. Немножко похилимся, что тоже очень большой хлеб.
А, это катка, где у меня турели за мной не ездят, ё-моё. Уже все перепуталось в голове. Так, а тут у нас целый ресурс. Так, давай ставимся. Развертываемся на местности. Сейчас хилку пойдем брать. По возможности. Бесконечная какая-то. Жила была, сами видели, ни хрена не разрушалась. Oh, yeah. Вылечились немножко, уже хорошо. Получится ли их сдержать? Не уверен. Но стараюсь со всей силы. Блин, могли бы дать турель, ни хрена не дали, ну что за псы? Слоплю и позорные нападают на меня. Это мне абсолютно не нравится. Ай, дядя, не надо, они со всех сторон. Добились. Бать. Придется убегать. Так, придется мансовать. Так, аэродроп у нас где-то снизу. Немножко морки там. Можно этого ссаного жука мы убьем? Алло, игра. Ты шутишь, что ли? Сколько хп в этой залупе? Какое дерьмо собаки. Я думал, мы его убьем, а он вообще не умирал. Вы это видели? Обоссаться. Это остановочное. Слушайте, надо выживать, срочно выживать. Все силы выживать, как тигр. Like a tiger. Я бы туда ушел. Блин! Прям вот, ну просто пол писюшки. Я бы собрал, все сделал по красоте, как босс качалки, как уверенный мужчина. Но в итоге я уверенно обосрался. По урону все говно, ладно. Давайте на этом закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего. Счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видео есть ссылка. Там, правда, совсем немного контента, и у меня не всегда хватает времени, чтобы что-то туда записать, но если вы вдруг безмерно хотите меня поддержать, то сейчас это самый лучший вариант для автора, то есть для меня, с минимальной комиссией. А также я выражаю просто неземную благодарность всем уже имеющимся спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.